Эй, привет, Пасха! Ну что, яйца покрашены, и по традиции пора проверить, чье прочнее. Победила дружба. Яички были съедены. Только после этого возникла одна небольшая проблема. Кариночка никак не хотела делиться с мамой Пасочкой. Как только мама ее не уговаривала. Но как наша маленькая обжорка не старалась, она смогла осилить только половину. Потом ей в голову пришла идеальная идея. Надо просто съесть всю глазурь, ведь она самая вкусная. Вот теперь, наверное, можно и поделиться с мамой.